Качественный процесс реабилитации – это мост через пропасть социальной зависимости. И если хотите, с культовой зависимости. Построить его сложно, но при нужных обстоятельствах вполне реально. Главное – выявить тот самый крючок, за который человека и привели в культ. И вооружить его инструментами критического мышления, которые позволяют в будущем обеспечивать автономию. Обнаружение психологической манипуляции – шаг к ее нейтрализации. Иногда достаточно выявить тот самый крючок, проработать проблему, и человеку просто незачем оставаться в группе. Чаще нужен целый сценарий по реабилитации с привлечением нескольких специалистов. Поэтому лучший способ выйти из культа – это туда не попадать. Я расскажу, как обезопасить себя от нежелательного психологического воздействия. Первое. Четко уясните свои жизненные ценности и приоритеты деятельности. Сформулируйте цели и задачи на ближайший период. Подумайте, оптимальные для вас пути их достижения. Чем четче у вас будет свой собственный план развития ситуации, тем сложнее его заменить на искусственный. Второе. Доверяйте собственной интуиции. Если порой подмывает задать неудобный вопрос, спрашивайте. Если интуиция настойчиво подсказывает покинуть то или иное мероприятие, лучше все-таки так и сделать. Наша защитная система улавливает намного больше сигналов потенциальной опасности, чем их фиксирует поверхностное сознание. Та же интуиция безошибочно подскажет о наличии выигрышных для вас ситуаций, событий, моментов, людей и так далее. Третье. Развивайте навыки критического мышления. Это не значит критиковать. Относиться критически значит рассматривать интересующий предмет, ситуацию или событие в разных плоскостях, с нескольких точек зрения, для нахождения наиболее обоснованного и взвешенного решения. В данном контексте критическое мышление приравнивается к мышлению аналитическому. И последнее. Найдите время и возможности для ознакомления с основами психологии влияния. Сейчас есть достаточно большое количество научных и популярных изданий этого направления. Даже если вы проштудируете учебник, знакомящий вас с азами целенаправленного воздействия на других людей, вас сложнее будет поймать на тот же крючок.